Здравствуйте! Сейчас хочу показать вам, какой красивый торт подарила мне дочка на 8 марта. Смотрите, какой он прекрасный, бело-розовый, с макаронами, еще и с живыми цветами. Открываем коробку. Какая красота! Ой, розы живые. Макароны рафаэлки еще есть. Со всех сторон прекрасный, красивый. Ну вот как не показать такую красоту? Сама такой торт вижу первый раз. И пробовать буду первый раз. Привозила она, дарила много красивых тортов, но такого еще никогда. Вот скажите мне теперь, пожалуйста, как можно такую красоту порезать? Ну как? А надо. Начинаем. Давайте вот эту розочку уберем. Это нам не мешает. Нашли серединку. Ой, как хорошо режется. Есть. Рафаэлка. Рафаэлку можем переставить. Режем дальше. Смотрим сейчас, какая там у нас начинка. Ягодная и чизкейковая. О, какая красота! Сейчас на тарелку. Хотела показать вам цветы красивые. Дочка подарила крокусы, фиолетовые такие, с их луковиц, наверное, 6 или 7. Одни цветут, другие с бутонами. И гиппеаструм с большим бутоном тоже. А это моя геранька цветет. Но вообще хотела показать вам все, что осталось от тортика. Праздничного тортика. Нет, сам торт, конечно, еще есть. Я переложила его просто в более удобную тару для хранения в холодильнике, потому что он был, торта много осталось, он большой был, больше 2 килограмм, сытный такой, вкусный. А это вот все, что от него осталось из украшения. Это розочки, они до сих пор свежие, такие красивые. Вот. Но не грустим, 8 марта снова будет, ровно через год. Пока-пока!